Всем привет. По названию уже догадались, что это сегодня ПЕС 6. И что? Правильно. Сейчас поймете. Загрузка. Ну, конечно, ПЕС 6, она не актуальна, да, я понимаю. Вам же нужны лонгшоты, FIFA и что? PES, правильно? Ну, такого вы на моем канале, конечно, не увидите. Вот. Ну, это я не ко всем обращаюсь, а к одному человеку, который писал мне в комментариях, что PES 6 не актуально. Ну, не знаю. Ничего не могу против сказать. Это его мнение, он вправе его высказывать. Ну, перед тем, как говорить, нужно, естественно, подумай головой, что ты говоришь. Правильно? Правильно. Все, сейчас у нас по плану один матч. Мы будем играть с кем? Да, я не озвучил, что мы будем сегодня делать. Мы проходим второй этап европейской квалификации, то есть на чемпионат Евро 2008, ну или там чемпионат мира, я уже точно не помню. То есть суть в том, что мы проходим квалификацию. Вот как раз таки первая, ну и вторая сейчас вот. То есть победа, поражение, победа. Вы, кстати, можете посмотреть все эти, ну и с чехами мы сыграли в ничью. Я не помню, это ничья или, да, по-моему, 1-0 выиграли. Вы эти все матчи можете посмотреть на, ну, в моем плейлисте, который называется как раз-таки «Отбор на Евро». Там вот Ава такая с Аршавиным. Вот сегодня мы будем играть с Болгарией, не знаю на самом деле, что это будет. Да, это все-таки отборный чемпионат мира. Я только сейчас допер, как можно дальше посмотреть. То есть у нас потом будет жребий, и вот первый раунд, второй раунд, я на самом деле не понимаю, что это будет. То есть еще какой-то первый раунд, потом второй раунд, потом уже только кубок. То есть все как-то немножко странно. Вот. Так, ну естественно, мы сейчас для начала посмотрим таблицу, и уже, если вам не интересно, вы можете мотать сразу же. Вот, а таблицу, так, то есть... квалификация у нас, а это у нас уже плей-офф, и что-то как-то непонятно все. Название, вот, Португалии выиграли у болгар, а мы выиграли у чехов, и вот, естественно, самые главные такие соперники, ну, то есть еще Чехия тогда еще более-менее нормально играла, но Болгария такой аутсайдер, и, естественно, мы ему проигрывать, ну, как бы просто морально нельзя. Вот, можно посмотреть данные противника. У них 4-3-3. Для нашей схемы 4-2-2. В принципе, мы можем их спокойно вынести все. В принципе, небольшие корректировки в состав. И можно начинать слишком похожую форму. Не знаю, может в белой, может... не знаю. Давайте так. Потому что там небольшие различия в свете, а тут более-менее... не знаю, кого выпускать. Давайте для начала оставим все как есть. Но, да, вот Измайла, Белялединов, в принципе, все это нормально. Кроме Белялединова мы его сменим на Семака. Все правильно, потому что у него крутой пейс. Сейчас, секунду. Небольшой перерывчик был. Отвлекли меня. Вот, я на самом деле не знаю, кого выпускать. Либо Киржакова, либо Павличенко. Ну... у меня, в принципе, нет каких-то... ну, не знаю, давайте пока Аршавин, Киржаков. А потом уже посмотрим. Уже зарядка кончается. Я не буду этим тянуть. И уже, в принципе, можно начинать. Все, поехали. Болгары начинают почему-то первыми. Не знаю, с чем это связано. Все, фокус настроил. Можно начинать. Сейчас еще перерывчик небольшой, горло болит. Сейчас попью и начнем дальше. Много отвлекающих факторов. То один, то другая. Вот. Так. Напоминаю, что это самая сложная сложность из всех сложностей. Поэтому даже несмотря на то, что это болгары. Почему-то мне хочется сказать булгары, но булгары это... были такие волжские булгары, которые, ну, на территории современной Казани обитали. И их потом... по официальной истории Чингисхан грохнул. Вот. Естественно, с первого раза у него это не получилось, только, по-моему, со второго. Аршавин. Ну, надо было... так, больше себе этого не позволяем. Вот. Ну, кому интересно, вы, в принципе, можете стандартные учебники истории почитать. Ну, либо какую-нибудь определенную литературу историческую.
очень интересно про Волжскую Булгарию. Вот, ну, естественно, вся эта официальная история, это, конечно, бред сумасшедшего. А вот первый удар Симака, ну, посмотрим. Вот, отдались мы от темы, у нас же тут футбол, как, мы же деградируем тут, ребят, какая может быть наука? Ну, как-то он лениво ударил. Вот, естественно, лучше его использовать на цапнике, но и так сойдет. Нет, вряд ли он там успел. Да ладно, еще и поборолся, но мяч уже не наш, мяч у болгар. То есть тут Булгария, и как бы хочется говорить, что вот булгары, город Булгар, но все-таки это болгары. Болгары. Вот первый удар. Да ладно, первый гол 1-0. Аршавин. Ну, на секонд страйкере. Он, кстати, у меня ни разу, по-моему, не забивал. Зависит от отбора. Или один максимум. Потому что, ну, не знаю. Честно. Вот. Ну, вот такой у нас путь на Евро. Ну, кому-то, может быть, не актуально. Кому-то актуально. Вот. Кого-то напрягает, что у меня 1000 подписчиков и просмотры маленькие, ну, меня это не напрягает. Вот, может, кого-то, да. Кого-то, да. Ну, лично меня нет. Вот. Последняя возможность была. Так, а не проскочил ли мяч через ногу? А то, мало ли, вдруг я такой привередливый в этом плане. Да нет, нет. Так, или да. Нет. А что за стадион? Странно, такого раньше не видел. Ну и все, все, 1-0. Все классно. Кстати, Бербатов, я помню, делал карьеру за Монако в FIFA 14, сделал там, по-моему, 4 выпуска и больше к ней не возвращался, потому что мне сама по себе Лига 1, ну она типа романтичная, там Франция, все дела, но она очень скучная, мне не нравится. Вот, от силы вообще. Вот, я сделал там пару выпусков, точнее 4. Вот, и как раз таки в Монако там было Бербатов. Вот еще один удар, ну, Киржаков. Тем более там слету надо было, ну, может, подработать или ускориться. У меня тут камеры. Вот, все. Классно, уже нагреваться начало. Ну, я думаю, будет нормально. Выдержит. Пока не знаю, как комментить, потому что, ну, естественно, это вынос вперед, вынос назад. На Аршавина. А дальше кому? А дальше не знаю, а дальше Симак. А дальше можно попробовать. Ну, давай, уходи. Я хотел уйти вправо, но ну, как-то он неповоротливый. Не знаю, а выигрываем 1-0, конечно, круто. Но нужно максимальное количество мячей забить. Как вы понимаете, потому что, ну, стата почему-то по владениям у них преимущество. Естественно, мы дадим шанс кому? Правильно. Спящему гиганту. Ну, потому что, ну, Киржаков, что? Смысл его ставить? Он только на какие-нибудь забеги, я не знаю. А так от него толку мало. Хотя, если мы вспомним, он, по-моему, в каком-то матче сделал дубль. И, в принципе, за всю нашу вот эту кампанию он, ну, забил, по-моему, гола 3. Ну, то есть, главный бомбардир практически. Вот. Поэтому, не знаю, вот Павличенко не смог сыграть корпусом, а хотел дальше отдать пас, там хорошая атака развивалась. Даняков. Здесь можно, да, правильно, окей. Пас в центр, сюда и, ну, ее... Кто бил? Люблю смотреть моменты, потому что, ну, красота, ну. А Белошавин, но почему-то он пробил в центр. Вот как раз-таки Киржаков забил аж на 3-й минуте, учитывая, что мы играем всего 5 минут испанцам, как раз-таки вот таким образом с летом. Я не хотел туда отдавать пас. Центр и там вынос, да, окей. Сейчас мы можем это все дело подобрать, отдать назад, и у нас спокойная атака. Спокойная атака. Спокойная атака, которая вот... Хотел дальше продолжить, не получилось. Измайлов тоже бегунок такой маленький, 1,69 м, но очень полезный. Кстати, тоже забил против Испании. Вот.
любимым моим способом. Можете заценить, посмотреть, это пятая серия. То есть я сделал 6, а там была пятая. Вот как раз-таки Симак ушел. Ушел, корпуса не хватило, Аршавину хотел там дальше пас на продолжение отдать. Вот, но пока что все неплохо идет. Вот. Оп. Все, давай. Еще одно ускорение. Да, ну с пасами проблема у пацана. Точнее, у всей команды. Вот самая главная проблема это пасы. Это пасы. Удары. Классно. Все остальное классно. Но вот пасы, ну, проблема. Прям вообще колоссальная. Вот. Все, Павлюченко хорош. Хоть. Да ладно, ну. Ой. Вы видели, что я сейчас сделал? Быстрый рестарт. Это на самом деле никогда такой фишечкой не пользовался, только вот сейчас попробовал. Вот, ну, может, под конец выпустить, я не знаю, у кого у нас там подохли все, ну, я не знаю, ну, Сычева. Почему бы нет? Он, кстати, по-моему, тоже один гол забил все-таки. А, вот. И надо бы в следующей серии Симака испробовать на позиции, ну, хотя бы ЦМ. Вот. Ну, потому что он годится более-менее для нее. Вот. Сейчас главное в концовке не пропустить. 1-0, в принципе, нормально будет. Классно, я вам в уши задул, да? Кто смотрел в наушниках? Вот, как раз таки заменки. Ну, это была опасная атака. А, по-моему, мы играем на стадионе Монако. Что-то мне напомнило этот стадион. Вот, как раз таки забег Симака последний. А, финт удался. Да ладно. Да! Как? А кто бил завершающий удар? Павлюченко еще... Окей, там дистанция. Дай бог каждому, как говорится. Но кто в завершающем этапе был? Сейчас мы все это посмотрим. Кстати, мы очень быстро уложились за 8 минут. Konami в этом плане очень плохо сделали. То, что пишут 5 минут, а прошло все-таки видоса не знаю сколько. Не знаю. Вот гол Аршавина и передача Измайлова. Все как бы классно. Здесь прям не придерешься. Посмотрим все моменты. Да, все. Вот еще один момент, вот прям вообще классно. Вот Киржаков, мне кажется, надо было дальше проходить, но там вряд ли. Вот как раз таки удары еще один от Шайна. Вот, ну, прям на Second Strike, я не знаю, рвет и мечет. Надо будет его на этой позиции использовать. Вот так далее. А уже болгары. Ну тут вот это самая, одна из самых опасных атак. Ну, это спокойно мог быть гол. Вот. Вот здесь. Вот. Кто тот человек, вот это хороший удар, да, перекладин. Но кто тот человек, который там на завершении был? Я не знаю, честно. Вот. Ну, не знаю, окей. А, победа, хорош. Сейчас мы заценим, как сыграли наши оппоненты. И уже встретимся в следующей серии в неактуальной PES-6. Вот, Аршавин, игрок матча, но у него тут не очень фейс, кстати. Ну, суперзвезда, я вам скажу. Сейчас посмотрим, вот как раз таки данные. Так, вот матч плей-офф. Опа, на. А, чехи выиграли у португальцев, а мы на пьедестале. То есть, ну, 6 очков на самом деле это не так много. Максимально можно 18 набрать, но тоже ничего. Нормально. Как раз таки у нас задаток. Следующий матч. Ну, следующий матч у нас будет против Португалии. Они играют в 4-5-1. И, ну, это будет, кстати, вот реально. Вот это вот классный матч будет. Я надеюсь, что я хотя бы, ну... Да, конечно, затащим. Чё вы? Ставьте лайки, подписывайтесь. И, естественно, будет следующая часть неактуальной пески. Вот, с вами был РусфПС. Всем пока. И прямо сейчас я буду записывать следующую часть. Всё.